Здравствуйте, с вами интернет-магазин Инструмент Центр. Сегодня у нас в видеообзоре полупрофессиональный набор инструмента от компании Alloyd на 99 предметов. Набор, фирма Alloyd принадлежит компании Vitol, Украина, но набор сам выпускается в Китае, то есть на заводе в Китае. Инструмент полупрофессиональный. По отзывам покупателей, большинством они положительные, есть даже фирмы, которые покупают данный набор на предприятия, и у нас оставили они положительный отзыв, так как инструмент крепкий и выдерживает большие нагрузки. По комплектации. В наборе два рабочих квадрата, под квадрат 1,2 трещотка и под квадрат 1,4 трещотка идет. Воротков в данном наборе нет, только трещотки. Трещотки на 48 зубьев, прямые, рукоятка комбинированная, резина-пластик. Производитель указывает, что рукоятки бензомаслостойкие. Трещотка разборная, можно заменить внутреннюю часть или смазать, имеет реверс и быстрый сброс головки. Надпись хром-ванадий, но я говорю, что весь инструмент в наборе, материал изготовления хром-ванадиевая сталь. Длина трещотки составляет 260 мм. Трещотка под квадрат 1,4, также на 48 зубьев, комбинированная рукоятка, резина-пластик. Резина это черный цвет. Длина трещотки на под квадрат 1,4 составляет 150 мм. Также она идет на 48 зубьев, имеет реверс и быстрый сброс. Отверточная рукоятка. Длина ее 150 мм. Применяется она или с битами. Есть специальный переходник в наборе. Надеваете. Бит здесь немного. Два вот таких вот кейса. Есть шлицевые, крестовые, есть шестигранные и биты торкс. Вставляете нужную биту. Также можете удлинять, есть удлинитель еще. Это в зависимости уже от работ, которую вы проводите. И есть присоединительный квадрат еще в рукоятке. Можно подсоединять трещотку. Ну или удлинитель, в зависимости от работы, которую вы будете проводить. Бит под квадрат 1,2 здесь нет, только под квадрат 1,4, два таких вот бокса. Есть еще, кстати, вот переходник под шуруповерт. То есть, чтобы применять эти биты с шуруповерта. С переходничком вот таким. Вот. Вставляете биту и патрон шуруповерта. Также эта рукоятка может применяться с головками под квадрат 1,4. Два кардана 1,4 и 1,2 скреплены металлическими вставками. Два удлинителя под квадрат 1,2 и под квадрат 1,4. Под квадрат 1,2 длина 125 мм и под квадрат 1,4 75. Удлинителей 250 мм в наборе нет. Только два удлинителя. Весочные головки 16 и 21 мм. Имеет внутри резиновые вставки, для того, чтобы свеча не выпадала при откручивании. Тестер. Вот такой вот есть. Так, молоток. Длина молотка составляет 300 мм, вес 300 грамм. Сделан очень аккуратно. Многие интересуются, когда покупают наборы, как закреплена металлическая часть молотка к рукоятке. Здесь очень все аккуратно, очень хорошо все сделано. Вот я могу поднести. Вы посмотрели. То есть вопросов по молотку нет. Набор клемм в пластиковом кейсе. Теперь по головкам. В наборе шестигранный профиль головок. Есть короткие и есть длинные. Но длинных головок здесь всего 5 штук. Они идут под квадрат 1,4. Размеры их идет 9 мм. 10, 11, 12 и на 13.
То есть головок под квадрат 1,2 здесь нет. Всего 5 головок под квадрат 1,4. И головки короткие, общее количество их 23 штуки. Самая маленькая 4 мм. И самая большая головка на 32 мм. Под квадрат 1,2. Тоже очень аккуратно сделано все. Вопросов по литью нет. Вес головки 32 мм составляет 214 грамм. И набор вот таких ключей Г-образных. Далее верхняя крышка. Здесь у нас плоскогубцы, длина 180 мм. Рукоятка комбинированная, резина черный цвет и салатовый это пластик. Набор комбинированных ключей 8 штук. Самый маленький ключ на 10. Есть 11, 12, 13, 14, 15, 17 и 19. Вопросов по литью самого инструмента нет. Обычно в недорогих наборах литье, конечно, желает лучшего. Вернее, оставляет лучшего. Но здесь вот все аккуратно все сделано, все аккуратно отлито. Отвертки. В наборе 5 отверток. 2 идут шлицевые отвертки. Короткая, чуть более длинная. Длина вот этой вот 100 мм и коротенькая 38 мм. Очень хорошие рукоятки на отвертках, вот такие вот пупырышки, очень хорошо лежит в руке, то есть не выскальзывает. Три отвертки идут крестовые. Две крестовые отвертки PH2, короткая и средняя. И большая крестовая, жало 200 мм, идет PZ3. Такие вот пресс-клещи в наборе есть для штекеров. И приставные клещи. Здесь они не тонкие. Здесь клещи обычные. В наборах обычно идут дешевых, стая ложат клещи, но они настолько тонкие, что ними невозможно работать. Здесь клещи очень хорошего качества, вопросов по ним нет. Покажу ближе, потому что вопросы задают именно по ним часто. По комплектации набора все. Теперь по кейсу. Кейс цельнолитой, он без завис, а отлит полностью. Вот видите здесь. Цвет светло-салатовый, запирание на металлические замки. Кстати, плюс набора Valoid, что имеют замки металлические. Как закреплен инструмент в верхней крышке? Это важно, потому что, чтобы инструмент не высыпался у вас при закрывании самого набора. Здесь плотно инструмент сидит, но нужно его доводить до конца, чтобы он не выпадал у вас. Инструмент плотно сидит на своих местах. Теперь по габаритам кейса. Вес набора составляет 7,9 кг. Ширина его 44 сантиметра, длина его 33 сантиметра и высота 8,5 сантиметра. Пластик здесь довольно жесткий, он не мягкий, хорошо пружинит вот при нажатии. И логотип Valoid на верхней крышке набора. Запирание замков без усилий, то есть очень легко, плавно закрывается. Ну, вот такой вот набор. Спасибо, что смотрели наш видеообзор. Кому это видео помогло с выбором набора инструмента, ставьте лайк, подписывайтесь на наш видеоканал, получайте при этом скидку в нашем интернет-магазине. До свидания.